В 10 и 11 классах ведут обязательное изучение финансовой грамотности. Предмет включат в школьный курс обществознания со следующего учебного года. Старшеклассники узнают о финансовом рынке и технологиях, о задачах и функциях Банка России, об инфляции, а также о личных финансах, защите от мошенников и другом. Занятия интегрированы с курсами математики, информатики, окружающего мира и географии. Для остальных классов преподавание основ финансовой грамотности стало обязательным с этого учебного года.